Ремонт заводского шоссе подходит к концу. Рабочие закатывают в асфальт последние квадратные метры дороги. А ездить по мосту можно будет только пока в одном направлении, в сторону улицы Земица, начиная с субботы. Сейчас ремонт идет на участке перед мостом через проспект Кирова над подземным пешеходным переходом. Его приводят в порядок по просьбе заводчан. Ведутся отделочные работы, в том числе укладывается тактильная плитка для слабовидящих. Заводское шоссе ремонтируют по нацпроекту безопасной и качественной автомобильной дороги. Строители дают гарантию на 5 лет. На участке от 22-го партсъезда до проспекта Кирова, ну, в частности, это вот до пешеходного перехода, была полностью заменена пирог дорожного полотна, то есть там несколько слоев укладывались. Сейчас, как бы, посещение уже, наверное, практически около года, конструкция себя ведет хорошо, то есть нет просадок. Заводское шоссе капитально начали ремонтировать осенью прошлого года от 22-го партсъезда до улицы Земица. Полностью обновили асфальт, ливневую канализацию, освещение, построили тротуары, остановки общественного транспорта, парковки вдоль дороги, посеяли новый газон. Регулярно в ночное время на данный объект выходят два бойлера и поливают для быстрого, для скорейшего всхода травы на данном участке. Жители Юнгородка и других районов Самары, которые едут на работу по заводскому шоссе, рады, что из неприглядной улицы в промзоне она стала современной и удобной трассой. Пешеходный переход сделали, пешеход все сделает, что правильно. Расширение, удобство для пешеходов, все хорошо. На заводском шоссе наносят дорожную разметку, завершается установка дорожных знаков, подключаются программированные светофоры, которые будут регулировать движение транспорта в зависимости от трафика. Контактная сеть обновлена, и трамваи вернулись на свои привычные маршруты. Строительная компания, которая проводит здесь работы, прислушивалась к замечаниям местных жителей, активистов ОНФ, городской администрации и областного ГИБДД. Недочеты устранялись оперативно. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.